Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня, ранний доступ. Я хочу посмотреть, что это за задание такое. Самозванцы разнообразят стратегическую колоду «Заморозка». Высокие волны, шумное веселье. И не переживайте, если их сразили, ведь они всегда приходят с друзьями. Ну что ж, давай посмотрим. Значит, я буду играть за «Заморозка». Против вспышки на солнце. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, ну что, давай определимся. Я оставлю, наверное, бесенка. Да, в принципе, тут всех нужно оставлять, на самом деле. Поехали. Ты серьезно сейчас это делаешь? Ну, жучара. Так, ты за это ответишь. Ты за это ответишь. Так, что мы с тобой можем сделать? Да ничего я пока здесь не буду делать. Поехали. Так, бесенок. Что нам с тобой дальше сделать? Я сделаю, наверное, следующим образом. Поставлю вот так. И вот так. Посмотрим. Ты смотри, что все у него есть, а? Все у него есть, да, говорит? Окей. Так, что нам тогда дальше сделать? А если я поставлю сюда пирата? Неужели он его тоже сейчас уничтожит? Ага. Грибочки позвал. И дальше что? Че, в натуре что ли вот так вот? Ё-моё, ребята. Хорошо, что защита сработала. Давай-ка вот так сделаем. Превосходно, а? Просто превосходно. Так, теперь нам нужно с тобой отхиливаться. По любасику. Так, вначале сделаем с тобой вот так. И вот так. Посмотрим, что он тут будет затевать. Что-то задумалось. У нас вспышка. О, это ты зря. Это ты зря, братюня. Так, уничтожаем здесь. Так, ну что, и атакуем. Замечательно. Просто превосходно. Так, давай-ка я, наверное, еще раз сделаю так. И вот так вот. Хочу посмотреть на дальнейшие его действия. Ну что ты там, вспышка? Все? Так, ставит грибную поляну. А дальше? Понял. Начинает плодить свои грибы. Вот даже как. Слушай, ну я думаю, что, наверное, нам сделать надо вот так. Поехали. Карточки. Карточки, ребят, забираем. Ой, как хорошо. Сейчас защита сработает. Так, ну что, я предлагаю, наверное, ребята, сделать следующим образом. А именно вот так. Так будет эффективнее всего. Ну-ка. Вот он, полян-то этих. Ты посмотри. А, смотри, что делает. Смотри, что делает. Ну, допустим. Так ему крышка. Фокус-то не сработал. Погнали. Я, в принципе, ребят, я понял, что он хотел сделать. Он хотел тут расставить кучу грибов и, соответственно, через молекулярку эту превратить всех в легендарные карты. Но, как видишь, у него фокус не получился. Так, а я сделаю, наверное, еще разочек вот так вот.
Ой, как это круто, а. Это просто круто, ребят. Кстати, у меня на супермозге приблизительно такая колода. Приблизительно. Наверное, мы сегодня за него поиграем. Видишь, как ему не везет, что у него все грибы выпадают сюда. Если бы они здесь бы выпадали, это было бы нехорошо. Ну что, а так у нас все просто замечательно. Поехали. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты смотри, что творит, а. Ну, мне кажется, в любом случае ему крышка вот от этого гробовщика. Все. Ну что, друзья мои, мы прошли с тобой это событие, так его можно назвать, и получаем 100 билетов. Так, выиграйте игру с безумным зомби-героем. Нанесите 20 единиц урона героям разгромом и выиграйте игру мозговитым зомби-героем. О, даже как. Ну что, друзья мои, пора нам, наверное, с вами получать звездюлей. Да? Поехали. Так, за разгром. Где он у меня разгром? Вот он. Какую тут колоду взять, я не знаю. Давай вот эту, наверное, попробуем. В последнее время мне почему-то, ребята, не везет. Меня тут шкерят, как этого, как маленького котенка, туда-сюда. Не могу никак сконцентрироваться и сыграть нормально. Так, давай, наверное, одного тренера уберем. И вот это вот. Блин. Ладно, посмотрим, что у нас из этого получится. Пропускаем ход, потому что у меня нету. У меня только лишь начинается с третьего. Угу. Только лишь начинается с третьего. Че он опять затеял там, а? Скажи-ка мне, на милость. Че-то он там затихарился. Давай-ка его прощупаем маленько. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Ох ты. Ребята, я понял. Я понял, что это за фрукт и что он хочет сделать. Поверь мне. Ну давай я сделаю вот так. Если он сейчас будет его прокачивать, то я прав был. Даже так? Ну тогда, ребята, здесь по ним плачет. По ним плачет мой этот, как его звать-то, я даже не знаю. Нашатырь, блин. Давай, наверное, мы с тобой здесь пропустим ход. Я хочу посмотреть, что он будет делать. Молодец, красавчик. Банану тоже крышка. Ну и мини тоже. Все? Да улюлюкался. Поехали. Сдулся, да, партизан? Замечательно. Ну что, давай тогда сделаем вот так. И вот так. Посмотрим теперь, что он будет делать. Шипастую лужайку ставит. Окей. Мина. У него сработает, ребята, сейчас блок. У него сработает блок. Так, пошел орехи выставлять. Значит, это все-таки, друзья мои, ореховый чувачок. Скорее всего, с отражающим орехом. Может быть, я, конечно, не прав, но мне кажется, что это именно тот фрукт. Так, ну что мы с тобой здесь можем замутить? Во-первых, поменять ландшафт. Ну и, наверное, хильнуться, да? Так, хиляемся.
и сделаем вот так. Он уже, наверное, догадался. Он догадался. Ну, допустим. Это тебе не поможет, парень. Неуязвимость берешь. Вот это зря. Поспешил, мне кажется, ты с этим делом. Поехали. Так, а, у него уже, да, совсем забыл. Ну что, друзья мои, будем ставить или как? Давай вот так вот, наверное, сделаем с тобой. Да ты заколебал, сколько ты набрал этих шипов-то, а? Я сейчас, естественно, друзья мои, буду выставлять что? Вирус? Да, буду выставлять вирус. Поехали. Угу. По-моему, ему крышечка, друзья мои. Как вам так, не кажется? Вот и все. Орешек доигрался. Так, нам нужно было сколько нанести? 20 единиц урона, да? Если я не ошибаюсь. Да, мы с тобой получили. Так, дальше что там? Мозговитым и безумным. Мозговитым и безумным. Ну, мозговитый у нас, по-моему, супермозг. Или вот этот у нас мозговитый. Слушай, по-моему, они оба мозговитые, так что давай попробуем сыграть за супермозг. Выиграть, да, нам нужно? Ой-ой-ой. Дали мне повышенного бойца. Так, это меняем. Ту-ту-ту. Ну ладно, попробуем вот эту вот командочку. Сейчас 100% у него есть солнечный удар. Я не удивлюсь этому. Ага. Подсолнухи. Слушай, подсолнухи, подсолнухи. Что же у него там тогда за колода такая будет, а? Пока, друзья мои, не знаю. Но очень интересно узнать. Так, ну что, выставим с тобой зомби? Надеюсь, у тебя могилоеда нету? В последнее время они боятся эту колоду, ребята. Так, слушай, что-то он на подсолнухи на эти подсел, не к добру. Что он хочет сделать? Что ты хочешь сделать, а? Где наш эдакий? Ну-ка, давай вот так сделаем. Я, если честно, не знаю. Будем смотреть. Прикрылся, да, значит? Окей. Вот так вот он делает. Ладно, я это учту. Теперь давай вот так вот сыграем. Спрячемся. И посмотрим, что он на этот раз сделает. Как он будет расставлять приоритеты. Да, с прочерками, да, взял? Значит, он взял с прочерками. Так, ясно, здесь крышка. Угу, допустим, поехали. Ну, 5 в лицо неизбежно мы получим. Что дальше? Даже не знаю пока. Если мы сделаем с тобой вот так вот.
Интересная ситуация получается у нас, если честно. Очень интересная. Мне бы, конечно, еще бы одного гробовщика, но видишь, у меня его нету. Не выпал он. Здесь мы можем с тобой сделать один хитрый трюк. Но я думаю, что лучше нам сделать с тобой вот так. Поехали. У него сейчас может тоже сработать защита, ребят. Нет, не сработало. Так, вытягиваем карты, смотрим, что нам достается. Отлично. Ну что, все зомби на земле получают минус один, минус один? Или как ты там сейчас делаешь, я не знаю, ребят. Ага, бесенок. Ставим его вот сюда. Поверь мне, у него есть чем мне ответить. 37 ранг, не просто так, поверь. А вот мне что? У меня два варианта, ребята. Если сейчас будет крупный цветочек, естественно, можно его уничтожить через вот этот. Либо призвать горшок, который даст мне сколько? 5 карт. Да, 5 карт он мне даст. Ну, видишь, вот, начинает бомбить. Нисколечко я этому не удивлен. Не думай даже об этом. Ему нужно уничтожить вот эту вот мою. Я понимаю. Я понимаю все это. Ну что, ребят, давай. Отличные карты. Поехали. Отличные карты, но у нас мало хп. Так, пора, наверное, вот эту вот фигню убирать, я думаю, да? Давай вот так вот сделаем. Если что, друзья мои, мы можем с вами воспользоваться рикошетом. Да-да-да, вот именно против этого можно использовать рикошет. Если он думает, что... он что-то здесь может сделать. Если у него сейчас много прочерков, он сейчас их понаставит здесь. Это будет, конечно, плохо. 3 урона мы уже получаем в лицо. Ему надо еще на 5 найти, и все, ребята. И мы тогда сфейлимся. И он находит. Но этого чудика мы тоже с тобой уничтожим. А нет, мы его не уничтожим. Давай вот так вот сделаем. Так, ну что? Вот этого убираем, да? Ну да, убираем этого. Поехали. Так, опа. Повезло тебе, хомяк. Повезло. Ну, у меня здесь тоже есть, видишь, ковбойша. У меня есть, ребята, ковбойша, которая мне может помочь. А как она мне поможет? Как она мне поможет, скажи-ка мне на милость. Была не была. Если бы у меня, конечно, было бы здесь, ребята, рикошет, знаешь, этот зомби, который вылазит и делает рикошет, было бы вообще замечательно. Но, как видишь, твою налево, что творит, а? Так уничтожал бы тогда полностью, что ты уж там. Так, поехали. Хильнется еще гаденыш ведь. Так, ну у меня защита сработает, а у него нет. Вот и все. Что делать будем? Пропускать ход опасно, верно? Верно. Поэтому сделаем вот так.
Допустим. Допустим. Ага, вот что он сделал, ребята. Тогда ему крышечка. Это он сам напросился. Идеально. Идеально, ребята, мы победили здесь. Ну что же. Так, мы выполнили задание. Выполнили. Так, дальше выиграйте игру безумным зомби-героем. А что у нас за безумный зомби-герой? Безумный. Бесячество, наверное, это безумный, да, скорее всего. Так, давай посмотрим на колоду. Что у нас представляет из себя бесенок? Ну, в принципе, ребята, можно здесь немножечко подкорректировать. Как ты думаешь? Если мы с тобой... Стоп, подожди-ка. Ну, вот этого, наверное, можно было бы убрать. Два громовщика плюс рикошет. Вот этого, наверное, тоже можно было бы убрать. Вот это вот удалить. Этого удалить. Вот этих слишком много у нас. Надо убрать. Ну что такое? Что случилось там? Так, а что добавить? Давай подумаем. Что мы можем с тобой добавить? Вот этого возьму. Блин, у меня их так их там дофигища. Дальше что? Вот это, наверное, добавим все-таки еще одну ракетку, да? Вот это было бы, наверное, неплохо. И, наверное, вот это вот. Так, это что там у нас? Так, рикошет всех растений на земле. Можно попробовать, ребят. Я не уверен, конечно, я не пробовал, точнее, не испытывал эту заклинаху. Ну, разочек можно, да? Нам нужно с тобой победить. Именно бесенком. Так что давай пробуем. Ой-ой-ой-ой-ой, кого мне дали, ребята? Трындец. 40-й ранг. Ну давай так, оставим пока. Блин, и опять вспышка на солнце, а? Что ж вас так распирает-то? Это дает плюс 3 к атаке. Лучше бы мне дали бы сразу бесят вызвать, чем вот это вот. Плюс 3 к атаке. Как-то вот не в тему. Упс, начало, да? Такое вот. Два в лицо сразу получаем. Блин, да вы серьезно? Две ракеты? Блин. Так, ну допустим. Сейчас будем ставить вот этого зомби, наверное, да? Попробуем. И смотрим. Если есть могилоед. Блин. Что-то мне эта колода, ребята, напоминает. Окей. Не. Что сделать-то? Что сделать? А давай вот так вот. Сейчас что-то заподозрит и начнет его прокачивать. Так, у нас, по идее, с тобой должна сработать защита. Смотри, что творит, а? Ну-ка, бросим. Так, ну что, сделаем рикошет? Или как? Или вот так лучше мы? Ну давай посмотрим. Будет он заморачиваться или нет?
Заморачивается, смотри-ка. Не понравилось, тогда мы сделаем с тобой вот так вот. Поехали. Сундучок. Давай сделаю вот так вот. В лицо ему. Окей. Слушай, а мы же можем нанести... Так, ага, тратится. О, ребята. Это плохо. Это плохо. Ну что, 4. Да, сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Конечно, мне не хотелось бы его рикошетить. Я его уничтожить попробую через ракеты. Кукурузу поставил. Восстанавливай себе здоровье потихонечку. Окей. Так, кукурузку мы с тобой берем отсюда, да? И вот этот вот. Блин, 4 единицы урона. Мало. Если честно, этого мало, ребята. Давай сюда, бесенка. Поставь на первый, пожалуйста. Поставь на первый. Отлично. Блин, какой-то горелый. Я прям не могу, бесит. Все пошло, короче, через одно место, ребята. Все пошло через одно место. Так, у него что? На земле получает минус один, скорее всего, да? Потому что все остальное он потратил. Заколебал уже отхиливаться. Так, ну что, врубаем сюда тогда акулу. Куда бомбанет? Вот так вот. Ох, ты даже как делаешь, а? Ты посмотри. Так, я даже не знаю, как тут лучше сделать-то. Ну, наверное, вот так вот и... И вот так вот. Поехали. Бумс. И семерку в лицо ему. Так, заморозка у нас с тобой, да? Поехали. Ставим с тобой вот так вот. Да ты заколебал, а? Что, замораживаем с тобой, да, этого чудика? Ну, а этого, наверное, переместим сюда. Поехали. Допустим. Уничтожает всех зомби на земле. Оригинально. А теперь давай посмотрим, кто выиграет. Так, защиту, защиту, пожалуйста. Спасибо. Прятать я никого не собираюсь, просто звезданем. Нет! Какого лешего, ребята? Вот что он делает, да? Значит, у него нету кем бы воспользоваться на воде. Блин, что же нам тогда с тобой сделать? Хм. Если я поставлю сюда. И вот сюда. Блин, у него, видишь, у него с прочерком, ребята. Вот в чем проблема вся.
Так, все зомби на земле. Этого уничтожаем, да? Вот в чем беда. Так, а смысл? Ну что вот я его? Ну я спрячу, он все равно, ребят, пробьет. Если только я вытяну какую-то карту. Какую карту? Не заклинание же. Нет, конечно. Ну все, тут проиграли мы. Так, ну что, я бесенком сыграл. Сколько я там нанес ему урона? Блин, мне не хватило чуть-чуть. А, там нужно выиграть было, да? То есть не сработал, получается, у нас. Выиграть, да, выиграть надо было. Ну что, давай еще разок попробуем. Блин, как же все-таки паршивенько, а, получилось. Можно было бы, конечно, победить. Если бы вот это было бы, можно было бы победить. Но его не было, вот этого вот топотуна. По-другому не скажешь. Так, ладно, пускай они бы... Вот этого только, блин, мне не хватало. Заморозка, что ли? Блин, заморозка — это плохо, ребята. Это очень плохо. Ох ты. Ох ты. Видишь, что творит. 6 в лицо, да? Окей. Шесть в лицо. Блин, наверняка у него будет заморозка. Скорее всего, ребята. Хочу просто убедиться. Да? Что будем делать-то? Ну, этот пришелец. Допустим. Ой, чую, ребята, будет трэш. Если у него сейчас будет заморозчик могил, а он будет. Он будет. Блин, была бы эта стопа, сейчас бы ударил бы, ребята, и всех их. О, даже как. Короче, мне здесь не повезло против этого чудика. Вообще, ребят, не айс. Совсем не айс. Ему просто повезло. Просто повезло, что у него сразу выпали два подснежника и заморозка. О, еще и этот. Ну тут все, проиграли. Сейчас добьет. Так, ладно, с бесенком у меня не получается здесь выиграть. Не то, что выиграть, мне нужно победить. Победить один матч. Раз бесенком не получается, может быть, тогда... Я не знаю, кто... Так. Давай попробуем вот этим замехом изменить. Что у него там? Замех. Он у нас больше по спортивным, да, идет? Что-то слишком много этих-то у меня. Так, 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 смотрим внимательно. Так, это удалить. А есть что-нибудь такое серьезное, что может нанести урон хотя бы, нет? Такого. Шаманство, три карты события, затем игрок. Так, вот если даже вот это вот добавить, предположим. Ракета.
Даже не знаю. Ну, попытаться можно, в принципе, да, сыграть. Попробуем. Все равно нам терять нечего. Сейчас кого-нибудь добавим с тобой. Наверное, кого тут лучше-то влепить? Может быть, Гаргантюаху или Вирус еще один? Кого брать-то? Может, вот этого? Ладно, сделаем, короче, вот так вот. Хотя, погоди. А, ладно, пускай остается. Иначе мы сейчас с тобой не начнем никогда. Поехали. Ну, за замеха, ребят, сразу скажу, играю отвратительно. Я не знаю, как за него лучше играть, какую колоду составлять. Мне просто нужно выиграть, чтобы получить 10 гемов. Понимаешь, 10 гемов. Ну, тут дали 20 ранг, может быть, с ним справимся, может быть. Это под большим вопросом у нас. Справимся мы или нет? Блин, какие-то карты такие дурацкие. Зомби получает плюс 5. Утягивает две карты. Че, будем капкан оставить или подождем? Подождем. Вот этого, наверное, сейчас поставим, да? Или... или защитника лучше. Давай, наверное, вот так вот. И вот так. Странно. Так, ну что, тогда вот этого вызываем. Или вирус лучше бомбануть. Слушай, давай, наверное, вирус. Интересно, девки пляшут. Поехали тогда. Срабатывает защита. Шар. Ну вот так вот, если я сделаю. Опять вытягивает две карты. Че, у него там с картами беда, что ли? Я не могу понять. Того 8 хп остается, да? Ну, давай сделаем вот так тогда еще. Так, неплохая, в принципе, карта. Ну что, будем, наверное, делать с тобой усилять здоровье. А кому? Защитнику, наверное, нашему или вот этому? Посмотрим, кого он сейчас поставит. Ну вот, видишь, что он делает? Для этого нам понадобится шар. Да? Да. Вот и все, и дохрюкался. Поехали. Защита сработает, естественно, друзья мои. Как же без защиты? Но я тебе скажу следующее, что... нет, это тебе не поможет, парень. Это тебе не поможет, все. Ну, я надеюсь, мы с тобой сыграли за правильного зомби. Получу я свои 10 гемов или нет? Покажите мне. Да, ребята, все отлично. 10 гемов. Ну, что ты смеешься? Каждый гем на счету у нас. Так, ну давай еще один поединочек с тобой сыграем. Только за кого? За растение. А за кого именно? Ну, давай за розу попробуем. Попробуем сыграть за розу. Хотя можно передумать. Ладно, пускай будет. Роза у меня, ребята, на колоде, по-моему, заморозка. Если я не ошибаюсь. Я, по-моему, там переделал уже 1000 раз.
Ну, вроде бы как на заморозке я должен играть. Так, вот это вот уберем пока. Ну, в принципе, неплохо. Но у него гаргантюаха. Так, наверное, пока не будем рисковать. Блин, с какого перепуга здесь этот... Так, вот, явился, не запылился. Поехали, ребят. Но не забывай, что он может его выкинуть к ядрине фени, точнее уничтожить своим суперударом. А так, что дальше? Да что за фигня тут у меня? Что это за солянка, друзья мои? Мазуми получает чего-то? Позвал, да? Иди отсюда. Ну давай. Нам пока с тобой некого рикошетить, поэтому, наверное, придется ставить одуванчик. Или вот этот вот. Сейчас посмотрим, кого он влепит. Может быть, даже придется рикошетить. Ага. О как. О как, ты понял? Так, вот это интересненько, это интересненько. Мы с тобой сделаем тогда следующее. Че, выгоняем его, да? Отсюда нафиг. К ядрине фени. Но у него сейчас работает защита. А, нет, не сейчас. Но сработает. Так, на следующем ходу. Да ты достал. Кого ты сейчас поставишь? А, он же сейчас сразу бомбанет, по-моему, нет? Сразу метнет. Так. Все растения получают прочерк. Ну что, мы сделаем с тобой тогда немножко по-другому. Вот так вот. Я думаю, это справедливо, да? Твою налево. Сейчас у него защита сработает. Я так и думал. Я так и думал, друзья мои, что именно этот удар ему выпадет. Это плохо. Для меня это плохо. Начинает, короче, да? Фигней всякой страдать. Так, ну что, мы, наверное, его замораживаем, этого чудика-то, да? Этого чудика мы с тобой замораживаем. Вот так вот. Поэтому делаем вот так. Так, у него одна энергия. Что там зомби получает? Плюс 2. Ну это хп, да? Понял. Так, друзья мои, ну что, если мы даже сделаем сейчас с тобой прочерк, это будет ему крышка. Ты сейчас серьезно это? Я ведь тебя заморожу, гаденыш. И сделаем с тобой еще вот так вот. Опачки. А теперь наблюдаем. Ах ты, гаденыш-то. Крысы-то все равно, ребята, у него побегут. Ай-яй-яй-яй-яй. Это мой просчет. Ну кто же знал, что у него вот такая вот кикимора там сидит. Ух ты. Гляди-ка, что делает. Еще и под вирусом. Оу. Ты смотри, это серьезно подготовился, ребят. Так, мы этого уничтожаем, ладно. Три в лицо. Осталось у него 2 хп. Ну что, настал наш звездный час, ребята. То, что он поставил, это все ерунда, поверь мне. Смотри, что мы с тобой сделаем. Раз. Так. Будем надеяться, что не сработает у него.
Ах ты, гаденыш ты этакий. Ты все испортит, а? Ну что, надеемся, что нам выпадет что-нибудь путевое здесь. А вот это ты зря сделал. Ой, зря, братюня. Да, ты можешь убирать кого хочешь. Так, что мы сделаем с тобой? Заморозку я пока, наверное, не буду тратить, я ее оставлю. Ты видишь, да, что он тут тоже вытворяет? Ну и, как ты понимаешь, остается ему один выстрел сделать. То есть, как он здесь... как он этого избежит, я не знаю, ребят. Как он этого избежит, я не знаю. Смотри. Делаем вот так. Делаем с тобой вот так. И делаем с тобой вот так. Ну, в принципе, и все. Как он сейчас будет тут против вот этого всего, я не знаю, ребят. Да никак. Да хоть ты тут что, хоть ты 300 безумий здесь сделай. У тебя, у меня стоит прочерк. Неужели не доходит до пацана, а? Все. Ну что, ребята, неплохо мы сыграли за розу. Хотели на заморозках, а получилось на прочерках. Ну, ладушки, времечко уже, по-моему, пора на боковую. Так что, друзья мои, уж извините, что такая коротенькая серия. Ну, зато прогрессивная. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.